Здравствуйте. Мы начинаем еженедельный брифинг пресс-службы администрации города Кумертау. Я расскажу о текущей работе администрации. Озвучу основные мероприятия. 19 декабря в Кумертау состоялось торжественное открытие межрайонного центра делового развития, которым будут охвачены Миякинский, Стерлибашевский, Федоровский, Мелеузовский и Куйргазинский районы. Идея создания центра направлена на поддержку благоприятного предпринимательского климата, повышение престижа бизнесменов и популяризацию предпринимательской деятельности. Основная задача центра – регистрация новых субъектов предпринимательской деятельности и консультация их по профильным вопросам, оказание бухгалтерской и юридической помощи. В торжественной обстановке красную ленту разрезали руководитель Уральского центра мониторинга и аналитики Ильяна Саитова и глава администрации города Кумертау Борис Беляев. Ильяна Саитова отметила, что в выборе места для открытия центра особую роль сыграл благоприятный климат для развития предпринимательства, созданный руководством города. Также она поблагодарила Бориса Беляева и вручила благодарственное письмо от имени генерального директора Фонда развития и поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан Дениса Мусина за содействие в реализации проекта «Автобус стартапов». Также 19 декабря в администрации Кумертау под председательством главы администрации Бориса Беляева состоялся координационный совет по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства. Борис Беляев рассказал о реализации программы поддержки малого и среднего предпринимательства, а также о планах по благоустройству городской среды в рамках нового федерального проекта «Пять шагов благоустройства». Также на координационном совете был рассмотрен вопрос о поступивших заявлениях от предпринимателей города о продаже в собственность арендуемых помещений. С докладом об этом выступил руководитель комитета по управлению собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по городу Кумертау Анатолий Бочкарев. А директор филиала МФЦ в городе Кумертау Татьяна Епарова доложила о реализации проекта МФЦ для бизнеса. Далее состоялась торжественная церемония награждения самых активных представителей предпринимательского сообщества, благотворителей и участников республиканских этапов конкурсов для бизнесменов. 17 декабря в спортивно-оздоровительном комплексе «Прометей» состоялся ставший уже традиционным республиканский турнир по дзюдо на призы главы администрации города Кумертау. В соревнованиях приняли участие более 200 юных спортсменов из Республики Башкортостан, Оренбургской области и Казахстана. Кумертауские спортсмены завоевали 2 первых места, 3 вторых и 3 третьих. В начале следующей недели самые активные юные патриоты Башкортостана вместе с начальником регионального штаба Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» отправятся в Москву. Делегаты примут участие в работе конференции по развитию юноармейского движения на 2017 год. Башкортостан представят ученики общеобразовательных школ из городов Кумертау, Агидель и села Юмагузино. В рамках конференции запланировано новогоднее представление с участием министра обороны России Сергея Шойгу. В конференции принимают участие юные патриоты со всей России. Сегодня в ФРЦ «НТДУСЛЫК» состоялось торжественное посвящение кумертауских кадетов в юноармейцы и открытие местного отделения юнармии. Почетное звание юноармейца получили уже более 30 ребят. Это самое большое отделение, существующее на данный момент в Республике Башкортостан. Цель этого движения – возрождение старых добрых традиций детских и молодежных организаций. Движение «Юнармия» возьмет на себя подготовку молодежи в духе патриотизма, идеалов дружбы, интернационализма, а самые современные средства образования станут еще одним инструментом в этой работе. Также сегодня состоялось мероприятие, посвященное празднованию 30-летнего юбилея военно-патриотического клуба «Гефест». 19 декабря в Совете Федерации в городе Москва прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса городов России «Город детей, город семей», в которой город Кумертау представила заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике Наталья Лапшина. Напомню, что Кумертау уже третий год подряд становится призером этого конкурса. В этом году Кумертау занял второе место. В конкурсе оценивается прежде всего работа городов по профилактике детского неблагополучия, организации инфраструктуры для детского досуга, развитию различных форм семейной взаимопомощи, привлечение жителей города к оказанию помощи детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В конкурсе городов России «Город детей, город семей» приняли участие 176 городов из 60 субъектов Российской Федерации.
Уважаемые горожане, Кумертау стартовала акция «Банк идей». Ее цель – сбор идей, предложений и инициатив горожан по благоустройству городской среды. Самые актуальные и интересные идеи будут реализованы. Используйте свой шанс поучаствовать в развитии родного города. Свои предложения вы можете внести на сайте администрации города Кумертау и также позвонив по телефону 4-38-61. Теперь озвучу основные мероприятия следующей недели. 24 декабря в 11:00 на лыжном стадионе состоится открытие чемпионата и первенства Республики Башкортостан по лыжам на призы главы администрации. 25 декабря в 19:00 на площади Советов состоится открытие городской елки. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Увидимся в следующую пятницу.